Мы находимся на выставке «Метроэкспорт» с нашими гостями и экспонентами. Татьяна, расскажите, про что ваша компания, что вы презентуете на этой выставке и что собираетесь показывать рынку в 2019 году? Добрый день. Мы на этой выставке являемся партнером на стенде «Фасоль», презентуем наши новые линейки и новинки в холодильном оборудовании, а также представляем группу компаний IDS, это наше дилерское партнерство, по специализирующееся на профессиональном магазиностроении и новом подходе комплексном к развитию ритейла в нашей стране. Вопрос, который мы всем задаем, как вам выставка, какие впечатления, устраивает ли вас аудитория, целевая ли она, те люди, которые сюда пришли, и как соседи-экспоненты, уровень их? Мне очень нравится, и знаю, что всем моим коллегам нравится. Соседние экспоненты вроде бы тоже довольны. Для «Метро» и для «Фасоли» в этом году, и для нас такой эксперимент. Мы делали стенд совместно, в том числе с нашими конкурентами, и, на мой взгляд, это достаточно успешный опыт такого ко-брендинга и совместной работы. Надеюсь, что наши дилеры все останутся довольны результатом и, в общем-то, и аудиторией, и присутствующими компаниями. Да, я очень довольна, мне нравится. Вот такие экспоненты у нас на выставке «Метроэкспо». Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.